наповал! Шевелитесь! Осторожней, брат! Это Биврёв! Даже я почувствовал! Новая королева Валькирии Одина. Это много услуг. Ну еще бы. Надо спешить. Эй, атака сзади! Справа!
Это? Да. Гна, новая королева Валькирии Одина. Это много. Ну еще бы. Надо спешить. Осторожней, брат! Это не врёт! Любопытно! Он хоть отвлечет Тор. Не в нетерпении. Хорошо. Вон там! Сзади, Кратос! Заканчиваются войска. Большие великаны все-таки добрались. Змей будто другой. Он изменился. Но пока меня не было... Ладно, потом. Связь Эйнхериев с Вальгаллой. Я с сестрами должна ее оборвать. Иди. А гномов все не видать. Синдри не подведет. Верьте ему. Созывай всех. Мы пойдем к башне Свартальфхейма. И какой у нас план, как пробить стену без Рагнарёка? Военные машины. О, значит, мы в отчаянии, да? Ура!
осторожней, брат! Это Битрёв! Наездники валечит! Осторожно, сзади! Нужно как-то обойти щит! Сзади! Дракон, берегись! Проклятие! Рагнарёк должен быть здесь! Где его носит? Знаю, я опоздал. Где твоя армия? Гномы не будут гибнуть за это. Син, замолчи! Один заставил их сделать эти военные машины. И я здесь, чтобы их уничтожить. Сначала нам надо направить их в лаз. Ладно! Гномы почистят дерьмо за великанами.
ведь этого хотел. Этого я не хотел. Нет. Закрой свое сердце. Закрой сердце. Кто они? Мидгардцы. Один их приютил. Их здесь не должно быть. Они не воины. Он нарочно послал их на смерть. Война. На войне побеждает, готовый пожертвовать всем. Что ты делаешь? Сын, послушай меня. Ты чувствуешь их боль, потому что таков твой дар. И ты не должен им жертвовать никогда, ни для кого. Я был неправ, Атрей. Неправ. Открой свое сердце. Впусти в него их страдания. Такова воля матери. И моя тоже. Сегодня. Сегодня мы станем лучше. Но что мы можем? Видал, какой исполин? Считай, победа за нами. Нас не убьют. Что же ты медлишь? Рагнарёк здесь, и Один наконец-то получит по заслугам. Мы его остановим. Но только не ценой невинных жизней. Мы пробьем стену у Лаза Хримтура. Какими силами? Хватит нас с Атреем. Это самоубийство. Может быть. Но во имя справедливости, а не мести. Это оружие может разбить Лаз? Вот мы скоро и узнаем. Вы трое. Отведите этих людей в безопасное место. Да, хорошо. Мы с Фрей попробуем замедлить его. Раньше он не был бездумным. Может, его можно уговорить. Один от нас не уйдет. Если уйдет, я клянусь. Знаю. Фалки! Защищай его! Я помогу тем, кто в западне. И нагоню тебя у Лаза. Иди! Иди, Атрей! Синдри, осторожно, прячься за мной! Я пришел сражаться! Хелфа! Можно, я просто... Нет, нельзя! Заткнись и делись. Ялфа! Балкили! Ялфа!
Плевать, чего ты хочешь. Это ничего не меняет. Я ведь правда поверила, что мы сможем изжить вражду. Труд, ты цела? Но мама была права на твой счет. Ты убийца, как и твой отец. И ты пришел нас всех убить. Нет, лишь Одина. Синдри, нет! Мы друзья. Друзья не приводят с собой в гости ходячую пакетную Локи! Ты права. Права. Я здорово оплошал. Не в первый раз. Это не оправдание. Конечно, нет. Я хочу загладить вину. Скьёльд в порядке? Ты его видела? О чем ты? Что с ним может быть? Один намерен пожертвовать мидгардцами. Он выставил их вдоль стены, хотя знает, они не могут сражаться. Они погибнут, только чтобы задержать нас. Зачем ему это? И почему я должна тебе верить? Потому что он прав. Таков Один. Таким он был всегда. Мама, почему ты здесь? Что? Он пожертвует кем угодно, если это потребуется. Мидгардцами, твоим другом, нами, да всеми. Я надеялась, твой отец даст ему отпор, но если не он, значит ты. Что ты хочешь сказать? Я никогда не сомневалась, что из тебя выйдет лучшая валькирия. Каких видел свет. Но не для него. Ты понимаешь? А наша семья? Без Одина мы станем ею снова. За правду. Сейчас он творит зло. Он сказал нам держать здесь оборону. И что мы у него в долгу. Не жизнью же платить. Да уж. Отец ни за что не пропустит их к деду. Иди с ними. Тебя он послушает. Ты готов идти на поиски своих? Да. Я люблю тебя, мам. Я тебя тоже. Наконец-то.
сел! Остальное на нас. Право!
Отстань, отец! Парируй и бей, брат! Призывай Виверну! Брат, сзади! Берегись! На тебе Виверн! Он быстрый, осторожно! Великий чертог. Вот куда нам надо. Не послушал. Но сейчас это не самое. Вернись к сестре. Вы должны сдержать Рагнарёк. Это битва моя. Но я могла бы. Забери Атрея и маску и не оглядывайся. Мой сын тебе верит, и я верю. Вы с сыном мне надоели! Хватит с меня игр! На сей раз я тебя убью. Нам не зачем драться! Такова наша природа! И все! Как я выдержу? Отвечай! Этого мало!
Торн, парень считает, что ты изменился. Так докажи это! Хватит болтать! Сразись и умри! Таким тебя вырастил все отец, что ты можешь... Вы все сдохнете! Вот это бойня! Нам незачем драться! Такова наша природа! Я тебя выдержу! А ты... И все! Торн, парень считает, что ты изменился. Так докажи это! Хватит болтать! Сразись и умри! Этого мало! Таким тебя вырастил все отец, но ты можешь... Вы все сдохнете! Oh!
сегодня один из нас умрет! Все равно не я! Тор, труд бы этого не... Не произноси ее имя своим поганым ртом! Все было хорошо, пока не явился Локи! Он меня почти убедил! Я поверил, что все можно изменить! Тор, послушай меня! Мне нет дела до твоих слов! Одину плевать! Да заткнись ты! Вот это бойня! Все равно не я! Тор, труд бы этого не... Не произноси ее имя своим поганым ртом! Все было хорошо, пока не явился Локи! Он меня почти убедил! Я поверил, что все можно изменить! Тор, послушай меня! Мне нет дела до твоих слов! Одину плевать! Да заткнись ты! Брат, вставай, брат! Все равно не я! Тор, труд бы этого не... Не произноси ее имя своим поганым ртом! Все было хорошо, пока не явился Локи! Он меня почти убедил! Я поверил, что все... Все равно не я! Тор, труд бы этого не... Не произноси ее имя своим поганым ртом! Брат, нет! Все равно не я! Тор, труд бы этого не... Не произноси ее имя своим поганым ртом! Все было хорошо, пока не явился Локи! Он меня почти убедил! Я поверил, что все можно изменить! Тор, послушай меня! Мне нет дела до твоих слов! Одину плевать! Да заткнись ты!
Сделаешь теперь? Мы не меняемся. Разрушители! Хватит. Хватит. Ради наших детей. Мы должны стать лучше. Почему он еще жив? Ты болтаешь? Кто тебе разрешил? Не говори! Не думай! Я думаю, ты бьешь! Это же твою мать элементарно! Все же Сид была права. Я просто не желал видеть. Что с тобой? Ты сломался? Я твой отец! Бери свой молот и убивай, кого я прикажу! Ты меня вынудил. Ты сам меня вынудил. Нет! Труд. Во всем этом их вина. Это они сделали. Рассорили нас. Опять все приходится делать самому. Родного сына! Свою же внучку! За что? Струк, все будет хорошо! Я ее спас! А то... Это ваша вина! Вы настроили его против меня! Вы настроили всех против меня! Один, не надо! Ты можешь все закончить! Это ты можешь все закончить! Просто не веди мне маску! Конечно! Довериться тебе! Отличная идея! Ты просто
просто не можешь остановиться! Ты разрушитель! Это вся твоя суть! Больше ничего! Вы пришли в мой дом! Вы поссорили меня с моей семьей! Ты сам это затеял! Нет, нет, нет! Все началось задолго до твоего появления!
Что? Довольно! У тебя же был щит! Давай, Кратос! Прыгай!
Вставай, брат!